Добрый день. Это программа «7 дней истории». Сегодня пятница, и в этот день мы рассказываем о советской истории и о том, что ей предшествовало. Я Олег Будницкий. Тема сегодняшнего выпуска – о коммунистах и генштабистах. Или кто создал Красную Армию. Как большевикам удалось создать армию, победившую в конечном счете в гражданской войне? Ведь они сделали все, чтобы в 1917 году ликвидировать русскую армию. Они отрицали по существу воинскую дисциплину, субординацию и вообще провозгласили замену постоянной армии всеобщим вооружением народа. Но тогда, когда дело дошло до войны, до борьбы за власть, они без всяких сомнений отбросили эти догмы и стали строить армию так, как, собственно говоря, ее строили во всем остальном мире. И по-настоящему днем рождения Красной Армии надо бы считать не 23 февраля, достаточно случайную дату, а 29 мая 1918 года, когда ЦИК принял указ о введении всеобщей воинской повинности. И начала строиться регулярная Красная Армия. На протяжении десятилетий советская историография, советская пропаганда создавала легенду о том, что рабочая крестьянская Красная Армия была создана и ведома самородками из народа. Имена Буденного, Ворошилова, Чапаева были у всех на слуху. Буденный и Чапаев в самом деле были самородками, но они были лишь исключением, подтверждавшим правило. Красная Армия строилась в основном бывшими офицерами и генералами. Большевикам и, прежде всего, представителю Реввоенсовета Льву Троцкому хватило здравого смысла для того, чтобы привлечь в строительственную армию бывших офицеров и генералов. Почему они шли служить в Красную Армию? Ну, во-первых, их просто мобилизовывали, призывали. Было мобилизовано почти 50 тысяч бывших офицеров. Отчасти они служили за страх. Был издан приказ о том, что семьи бывших офицеров являются заложниками. В этом случае, если они изменят дело Красной Армии, то их семьи будут расстреляны. Второе, сразу, что на деле это ни разу не случилось. Служили и от безысходности. Ведь в эпоху военного коммунизма, когда просто негде было зарабатывать на жизнь, кроме как на государственной службе, бывшие офицеры делали то, что они умели делать, а они умели только воевать. И где, как ни в Красной Армии, можно было сделать блестящую карьеру, как ее сделал поручик Тухачевский. Когда и где еще он мог из поручика, не командовавшего даже ротой, стать командующим фронтом? Но дело было, конечно, не только в страхе, не только в карьеризме. Было еще и некое революционное вдохновение. Совершенно справедливо говорил тоже Троцкий, что великие армии не создаются только страхом. Должно быть что-то еще. Многих вдохновляло то, что на пепелище Великой войны большевики воссоздали новую российскую армию. И некоторые служили на самом деле не за страх, а за совесть. В общем, получилось то, что, как сказал бывший полковник генерального штаба и главком Красной Армии Сергей Сергеевич Каменев, получилось удачное сочетание коммуниста и генштабиста. А это и есть, писал Каменев, 100% командование. Вот это сочетание коммуниста и генштабиста позволило большевикам создать вполне боеспособную и управляемую Красную Армию, которая в конечном счете победила в гражданской войне. Большевики без колебаний отбросили собственные лозунги 17-го года и восстановили смертную казнь в армии. До тех пор, пока злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, строят армии и воюют друг с другом, до тех пор командование должно ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади, писал Лев Троцкий. В общем, большевики до известной степени вернулись к тому построению и управлению армией, от которого они призывали отказаться в 17 году. Когда это потребовалось им самим, они стали делать так, как и писалось в уставах старой армии, что вполне устраивало многих служивших у них офицеров и генералов.
Но главная, конечно, причина победы большевиков не только в этом. Дело было в политике. Дело было в том, что большевистскими армиями руководили политики, а армиями белых руководили военные. А в гражданской войне военные всегда проигрывают политику. Надо сказать, что большевики побаивали своих кандидатиров. Так, первый главком Красной Армии, бывший полковник Вацетис, был арестован в 19 году и находился 8 месяцев в заключении за то, что, как сострил Троцкий, чересчур часто читал на ночь биографию Наполеона. Большевики боялись прихода нового Бонапарта, который покончит с революцией. Тогда он остался жив, он был расстрелян позднее, в 1938 году. Ну а массовые репрессии против бывших военных специалистов начались уже в 1929 году. На рубеже 20-х и 30-х множество из них было или уничтожено, или уволено из армии. Тех, кого не добили тогда, добили в 1937-38. Среди уничтоженных накануне Второй мировой войны были и бывшие командующие фронтами в период гражданской. Маршалы Советского Союза, бывший поручик Тухачевский и бывший подполковник Егоров. Так революция расплатилась с теми, кто обеспечил ее победу. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу «7 дней истории». Каждую пятницу мы вам будем рассказывать о советской истории и о том, что ей предшествовало. А завтра, в субботу, вы узнаете о событиях всемирной истории 20 века.